Ой. Я одел. Тепло оделся, наоборот, жара. Спасибо. Осталось 6 километров. Рада, что во все это вписалось, но повторять больше не стану. Международный аэропорт имени Платона Аюнского. Температура воздуха в Якутске --47 градусов, местное время 6. Первый марафон прошел в 2019 году. При этом забеге была температура -54, как вам сказать. Собрались ребята и решили попробовать на себе наши морозы. Я из Якутии, мастер спорта международного класса Российской Федерации по легкой атлетике. Я уже профессиональный спортсмен, почти 5 лет уже занимаюсь. Я из города Кемерово, да, Сибирь, Западная Сибирь. Я занимаюсь бегом где-то около 4 лет. Мне 64 года. Я душой очень молода. От 45 начала бег, поэтому думаю, я еще не опытная спортсменка. Еще дальше и дальше буду развиваться. Я из города Москва. Такого рода марафонах, наверное, не участвовал никогда, потому что это самый экстремальный марафон в мире, где полярный холод, вечная мерзлота, -55 градусов. Бегаю я 3,5 года. Каждый раз увеличивая свои дистанции, максимально пока я бежала 70 километров с набором высоты 4600. Но я-то сам легкой атлетикой только 3 года назад начал заниматься, поэтому первый год чисто для себя бегал. Просто так для себя. Нет, ну я догадываюсь, что будет холодно, потерпеть придется, но ничего страшного. Я даже скажу, это тот забег, к которому я практически не готовился вообще. Термобелье, которое влагоотталкивающее, надо первое одевать. Термобелье мне покажите, я сразу вам разберусь. Так, вот смотрите. Так, это верхнее будет? Это верхнее, да, будет? Да. Вот. Это так. Термобелье. Термобелье. Так, да. Еще тоньше есть? На ноге 2 слоя носков, термоноски и кроссовки. И сверху тоже носки одеваю теплые, чтобы скользко не было. Штаны 3 слоя. И поверх тоже 2 слоя внутри и 1 слой куртка такая. Ну, ветровка с лисовой внутренностью, чтобы было. Такого не будет, вы со спины его замерзнете, и пневмонию можете запросто получить. Поняла. Вы же не час бегать будете, а 2 часа. Да, полумарафон, да? Нет, половинка у меня. Полумарафон, да. Же. Да, это 2 часа будете бегать, это в таком температуре опасно. А вы марафон же, да? Да. Да, вот у вас вы будете почти 5 часов бегать. Или 4 часа, ну, да? 4, да. Да, вот самое идеальное вот такое вот. Проведем тестовую тренировку на улице -50. Бежим ровно, не торопясь, дышим носом и в том месте, чтобы легче дышалось. На -50 воздух сжатый, а вы как будто находитесь на высоте до 2000. Массовый старт на 5 километров. Тестовый, проверишь. Внимание! Ой!
36 километров. Это минут 40, да? У меня вышло 5 километров 400 метров. Время 30 минут. Это просто тренировочный забег, поэтому... Не скажу, что это много удовольствия, но попробовать стоит как минимум раз в жизни. У меня ноги подмерзли вот именно в кроссовках, но у меня есть стельки, которые греются. Мы бегали 44. Да, 44, вот потом будет понижаться эта помощь. Я рада вас приветствовать в нашем ресторане «Ортодойду». Мы вам сегодня представим якутскую кухню, традиционную якутскую кухню. Расскажем о ней полностью. И это часть нашего гастрономического театра, который мы здесь проводим. По якутскому обычаю, кто впервые приезжает вообще в Якутию, обязательно должен пройти обряд благословения. Обряд благословения называется алгыс. Его проводит специальный человек, который обучен этому. Это человек, который общается с верхними богами. Он с ними общается для того, чтобы гостям открылся путь, чтобы им ничто не помешало, чтобы с ним ничто не случилось. Этот обряд очень нужен, особенно тем вот, ребятам, которые поедут за 1000 километров на полюс холода, чтобы с ними по дороге и на самом полюсе холода ничего как бы не случилось, и дорога была для них открыта. Неудобно, как всегда. По сторонам смотрю. Хочу наслаждаться колоритом, для этого же я здесь. Марафон – это тоже так туристическое мероприятие. Беговой туризм же у меня получилось как-то настроение праздничное, чтобы еще из Москвы пришли. Даже я хочу, типа, у нас вот такое родина, посмотрите, у нас бегают. Ну, это же хорошо из других регионов. Здесь штазовый индекс массы тела, количество воды, жировую массу, скелет, мышечные. Ну, трасса, она стандартная марафонская, это получается 42 километра 195 метров, но отличием, конечно, являются у нас только вот низкие, очень нормально низкие температуры. Медицина катастроф. У нас по трассе стоят 7 палаток по определенному километражу. И сопровождение, конечно, медицина катастрофа, она будет. Полюс холода Аймекон 2024. Вчера прошли предсоревновательные осмотры, сегодня предстартовые. У всех давление нормальное, температура, самочувствие. Все, как говорится, к бою готовы. Так что всем удачи. Перед стартовой мандраж подготовиться надо, психологически, морально. Самого экстремального марафона на самой холодной точке обитаемой части Земли. Волнение небольшое присутствует, оно было вчера, сейчас перед стартом никакого волнения нет. Моя главная цель – это финишировать, преодолеть себя, получить какое-то обновление холода. Именно сегодня у нас самая минимальная температура за последние 5 лет проведения марафона, а также самый широкий охват регионов России. Видите, у нас тут холодно, поэтому волнение всегда будет. Неизвестно же, что
на трассе случится. Вот поэтому волнение всегда есть. Добрый путь! Самый последний пошел. Стараться будешь? Буду, там первый буду. Удачи! А это? Чай. Сахар. Чай без сахара. Можно чай еще? Да. Ага, я скажу, за вас окно надо. Конечно. Так. Ага, нет, голосуйте мне. Я же целых 3 часа бегала. И не первый раз я сюда приехала. Уже 5-й раз. В первом году не так оделась, и холодно было. Из-за костюма в основном переживаешь, какие носки одеть, еще какую куртку одеть, что одеть. Все мокло же, не спортивные одежды у нас, потому что нашу климатические условия вообще никакая спортивная форма не продержит. Нет, я здесь бежал 10 километров в том году. Я первый. Я скажу, 10 километров намного легче, чем 21. Местные люди, они, конечно, не бегают в такие морозы, но для них это тоже это уникальное мероприятие, это, для них это тоже в новинку, и они всегда приходят смотреть, они всегда рады. Для нас, местных, это определенный праздник спорта, ну и вызов себе, своему организму, низким температурам, таким вот условиям. Мы поражаемся и гордимся, и восхищаемся такими людьми. Жизнь – это цель, цель – это бег. Бег – это жизнь. Можно, да? Ага. Да, и у меня гордость. Самый холодный марафон в мире бегала. Почему я не рекламирую этого? Ну так, и поэтому в этом году хочу пост писать или что-то. Мы бегали, мы это ощущали в мире, полюс холода. Но это же история. Три часа, семь минут. Я чуть себя не потерял на трассе. Марафон это непредсказуемо, сказали мне. Ну, это точно так, кажется. Я после 33-го километра вообще чуть не отключился. Чисто на характере, вот, еле-еле. Эту победу посвящаю своему деду, Драгунову Семену Семеновичу. Ну, было тяжеловато, конечно, да, тяжеловато. Горный воздух, разряженный, низкая температура, конечно, совсем другие ощущения дали. А я вот в прошлом году 10 километров, нынче 21 километр попробовал. Это, конечно, отличается сильно, потому что своя подготовка должна быть. И самое главное должно быть вот здесь, как бы менталитет того, что нужно все-таки добежать. И холод даже, в принципе, ну, помех, конечно, да, здесь объективно. Но все-таки для подготовки нужно пробежать как минимум 2 или 3 трейла горных. Если человек хочет, почему бы и нет? Я думаю, что есть ряд марафонов, к которым, в принципе, невозможно подготовиться. То есть тут больше, мне кажется, про силу духа, силу выносливости. Ну, я хочу сказать, я вот бежал и думал, что мы бежим, оставляя во времени страдания,
тем, чтобы очистить впереди. И это такой лозунг бегунов. Чем больше ты страдаешь, тем легче тебе впереди. Потому что мы как-то любим бегать. Поэтому каждый день почти без отдыха тренируюсь на улице круглый год. Вот поэтому получается.